Добро пожаловать в Шмарткрафт. Ой, ёп, я такой нуб. Это да, и не только в игре. А у тебя снаряга такая крутая, как мне такую получить? Ты расслабься, не спеши, скоро все будет. Твоя снаряга смотрится огонь. Да, уж надеюсь. Я потратила 6 месяцев, пока разблокировала все это. Полгода. Да, вот, например, этот плащ я получила за 100% выполнение Светлолесинска и Темнолесинска. А вот эту нагрудную пластину я получила за то, что пришла к монахам без лифчика в белой майке и неаккуратно пила воду, так что... Да, звучит как ту его куча работы. Да, так и есть. Да, но ты не переживай, немножко терпения и так, а несколько сотен часов жесткого такого гринда, и ты тоже вскоре... Где такие доспехи взял? О, эти? Не, купил, прикинь. Оказывается, если ты не вонючий нищеброд, можно все покупать. То есть ты потратил на это настоящие деньги? Да. Говна кусок. Что, следствие на сок? Ну, знаешь, понимаешь, мне просто надоело, что люди просто покупают себе хорошую снарягу. А ведь раньше это что-то значило. Ты о чем вообще? Ты о том, что раньше, когда ты видишь, что кто-то идет в крутой снаряге, ты понимаешь, что он реально завалил кого-то очень крутого, что он очень многого достиг в игре. Но сегодня, очевидно, любой мудак с кредитной картой просто покупает себе путь на вершину, и лично я думаю, что ты ленивое говно. Воу, ну я точно не ленивая. Нет, ты как раз ленивая, потому что я впахивала, чтобы получить эту снарягу. А ты думаешь, я просто вонял? Именно. Ты же ничего не сделал. Я ничего не сделал, вау. Или все-таки сделал, дай подумаю. О, точно вспомнил. Я пришел к утыркам на собеседование. Я получил работу. И потом мелочь. 8-10 часов в день фурю разгружаю, кайфую. А однажды я вдруг прокачался. И я разблокировал скин начальника, который позволил мне получить новый пассивный перк. Перк, к слову сказать, увеличивает мой доход. И вот я подумал, что маленькую часть этого дохода я могу однажды потратить, чтобы порадовать себя. Купить мелкую косметическую пиздюлинку в игре, которую я начал. Просто по фану. Но нет, я ведь не имею права позволить себе хоть немного фана после работы. И не важно, что у меня всего один сраный выходной между работой и работой. Но конечно, я не имею права ничего покупать в этой игре. Ведь даже здесь я должен впахивать ради этого. И вот когда я здесь упахаюсь, я снова вернусь к реальности. И снова с головой. Окунусь в этот бесконечный корпоративный бездушный водоворот, который буквально высасывает из меня последние частички радости, ведь я просто должен работать, пока не сдохну наконец. Ну да, в остальном я ленивое говно, как я мог. Я... Извини, что ты сказал? Я не могу вспомнить, выключила утюг или нет? Да, ну... Ладно, неважно что. Ты что, оправдывался за свою снарягу? Да кого ебет вообще? Внешние украшалки даже на геймплей не влияют. Да, что... я об этом же. Так что пойдем. Ведь мне не терпится попробовать этот новый обновленный драконий уебатель. Только купил его. 100 баксов. Максималит всю мою стату. И написано даже, одним ударом выносит драконов. Нахуй иди. Чё? Я охранник пятерочки, нихуя не начальник. Не соглашусь. Пристанище тьмы. На твоем месте, геройка? Я бы туда не ходил. Береги себя, путешественница. Куда ты где? Гребешка за жабешку, нет?